Вы знаете, судя по всему, у противоположной стороны вообще нет никаких доказательств того, что имело место клевета. И выходят они из положения самым, я бы сказала, пошлым образом. Они пытаются очернить личность Наташи Эстемирова. И я хочу сказать, что я не знаю, как Красненков, кто он и откуда, но вот чеченцам, которые принимают в этом участие, когда-нибудь будет очень стыдно перед своими детьми, или детям будет когда-нибудь очень стыдно за них. Потому что Наташа героиня, настоящий герой чеченского народа. И это будет, пока будет этот народ. Ну, они, видимо, ничего лучше придумать не могут, как придумывают всякие байки, которые, на их взгляд, говорят плохо о Наташе, а следовательно, а вот что следовательно? Следовательно, Рамзан Кадыров не отвечает за то, что она была убита на вверенной ему территории. Это очень странно.